Всем привет, с вами Лорд КДА. Так, я уже почти все захватил за сестер битв. Тут единственный момент такой. Темные эльдары взяли, хаситов забили, и мне теперь придется для болтологии перезаписывать, ну то есть загружаться с хранью сохранения, где они еще были, и выносить их отдельно. Ну ладно, сегодня я нападу вот сюда, на разбитые миры. Они сейчас захвачены некронами. Ну, до этого я выбивал отсюда эльдаров. Присягнувший служить в мире. Два компьютера. Ну ладно. Пускай. Я захвачу ее любой ценой. Я посвящаю свою жизнь империи. Я захвачу ее любой ценой. Я захвачу ее любой. Да, наверное, зря я сделал одного лишнего. Служу, как пожелаете. На детализацию. Давай, чуть быстрее захватывай. Давай. Так, гранатами закидываем и валим. Потому что серафимки хоть они и быстрые, но нифига не рукопашники. Император, спаситель и отец наш. Мы станем мучениками. Но вы можете пока отправиться на вторую базу. С первой-то, я думаю, мы караулом-то справимся. Я служу императору. Так, я пенсионеров не расставил по отрядам, да? Понятно. Сейчас расставим. Где у меня еще одни селестянки или селестинки, как кому больше нравится. Что-то они плетутся в заднице самой. Готово. Один готов, остался еще один. Ну, тот будет точно менее вкачанным. Так, ну-ка назад. Назад. Почему серафимок сделали стрелками? Вот не пойму это. По-хорошему, они должны такими же быть рукопашниками, как и штурмовики у десантников. А тут нет. Что-то опять FPS шалит. Воздушные штурмовики,
Свежевашки повылазили. Хиндец, ребята, хиндец. Что еще сказать-то? Ну, теперь мы точно вычистили некронов. Отсюда. Кстати, если обратить внимание, гвардейцы все еще тут, потому что я как бы на них наехал, но они, блин, взяли, отбились. Собрали, я вроде как по-быстрому все делал. Они собрали, замутили гибельный клинок, ну и разнесли к чертовой матери. Мне просто нечем было его держать, по факту. Сестры фанерные у нас. Ну ладно, на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели.